Я казахстанка. Я мать. Я жена. Я дочь. Я бабушка. Я подруга. Живу в тюрьме под названием Казахстан. В стране, где нет права выбора. В стране, где я не уверена в завтрашнем дне. В стране, где правда считается экстремизмом. В стране, где убивают блогеров. Я живу в стране, которая стала посмешищем для всего мира. Знак протеста силового беспредела. Против давления и беззакония. Против 405 статьи. Против показушных митингов. Против воровства и коррупции. Против диктатуры. Иду на этот шаг. Это моя попытка быть услышанной. Это крик моей души. Это мой сигнал о помощи. Это мой зов сердца. И этот шаг отчаяния. Сейчас мы отстаиваем свободу в сети, потому что нам не дают выйти на улицы и площадя. Прошу ввести персональные санкции для всех тех, кто причастен репрессиям в Казахстане. Требую свободу политзаключенным и политически преследуемым. Требую права на свободу слова. Требую права на мирные митинги настоящей оппозиции. Я за справедливость для всех. Я за мир и равенство. Я за достойную жизнь. Алга, Казахстан! Я за любовь и красоту. Я за свободный Казахстан. Я за справедливый Казахстан. Алла, Казахстан. Наши сердца требуют перемен. Отан ушин, Казахстан ушин. Алға!